Улицы Лондона почти пустые. Во время жесткого карантина можно выходить из дома только при крайней необходимости. Но тысячам бездомных по всей Великобритании просто негде укрыться, и они остаются на улицах. Все очень напуганы, и никто не хочет нам помогать. Это хаос. Этот бездомный хочет попробовать найти место в приюте Святого Мунга в районе Ковент-Гарден. А это гвинеец Мохаммед. К нему уже подходили полицейские и сказали, что нужно самоизолироваться. Этого требуют правила карантина. Он сказал мне пойти в приют для бездомных. Может быть, там кто-нибудь поможет мне. Я ходил туда, но там никого не было. Сейчас все закрыто. Недавно мэр Лондона объявил, что для бездомных на 12 недель забронированы 300 одноместных номеров в лондонских отелях. Гостиничные номера – это большое преимущество. Люди могут уйти с улицы самоизолироваться, оставаясь в безопасности. Мы приветствуем эту инициативу. Таксисты согласились доставлять бездомных в отели. Но пока их адреса не сообщали, и бездомные остаются на улицах, рискуя заразиться коронавирусом. В Великобритании выявлено 11 812 больных COVID-19. 580 человек умерли, поправились 150. По данным благотворительной организации имени Святого Мунга, на улицах Лондона живут почти 9 тысяч бездомных.